В Новой Зеландии продолжаются легкие подземные толчки, после мощного землетрясения, жертвами которого в ночь с воскресенья на понедельник стали по меньшей мере 2 человека. Магнитуда подземного удара составила 7,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах от города Крайстчёрч, крупнейшего населенного пункта на южном острове Новой Зеландии. Премьер страны Джон Кей вылетел в район бедствия. Необходимо в первую очередь решить практические задачи. Обеспечить пострадавших питьевой водой, продуктами, мобилизовать людей для помощи тем, кто здесь оказался, а это почти 600 человек. Этот район отрезан, дороги блокированы, единственная возможность перевозить людей – воздушным сообщением. Немало туристов застряли здесь и могут не попасть на свой международный рейс. Сразу после землетрясения на восточном побережье острова была объявлена опасность цунами. Население было вынуждено покинуть прибрежные районы. В городке Кайкура, вблизи от эпицентра, повреждены многие дома. Нарушено дорожное сообщение. Подземные толчки и водные потоки спровоцировали оползни в районе прибрежных пастбищ.